А в третьей Краснодарской гимназии в память о Великой Победе высадили сирень. Новую аллею славы школьники заложили вместе с ветеранами. Они высадили 10 цветущих кустов. Несмотря на преклонный возраст, фронтовики не отдавали инициативу учащимся. Они взяли лопаты и сами прикапывали растения. Многие ветераны уже высаживали аллеи славы, а некоторые признались, что участвуют в такой акции впервые. Я недалеко живу здесь. Я буду теперь как проходить мимо. Я остановлюсь, погляжу, зайду, иногда полью, когда надобно. Это дерево памяти. Для гостей, которые пришли заложить аллею славы, учащиеся гимназии подготовили настоящий праздничный марафон, посвященный 70-летию Победы. Школьники пели военные песни, читали стихи и пригласили ветеранов на вальс.